А вот Черный пруд. Тут однажды случилось тоже необычное паранормальное явление. Довелось увидеть ведьму. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Он оттуда она пришла. А там непроходимые дебри. Чаща. Бобры там живут. Маленькое озеро. Удивительная была история. Страшная история. Но это только полпути до Пиявочного озера. Надо идти дальше. Много комаров очень в лесу. Вот оно. Прекрасное Пиявочное озеро. Трудно до него добраться. Здесь очень много змей. Вот такое вот. Великая красота. Здесь штук 6 сейчас видел около этого дерева. А вот чайник. Он будет использоваться для испытания горелки Алокс. Новая горелка, очень интересная. Это чайник с радиатором большего объема, чем тот, что на печке я использую. Вот горелка интересной формы. Такой вот переходничок для баллона. Сейчас буду пытаться вскипятить на ней воду в чайнике. Ну вот, чайник уже закипел очень быстро. Хорошая оказалась горелка, подходящая. Ну и чайник сам такой, потому что радиатор есть. А экранчик я установил не с самого начала, но он тоже, наверное, как-то оказал какое-то влияние. Покипит сейчас минутку-другую, и все. И готово. Экономия газа налицо. А вот и костер. Разгорелся костер. Стало поменьше комаров. А то их что-то очень-очень много тут. И слепни есть. Чего только нет. Красота. Вечер. Тени от солнца. Ну вот, самый серьезный тест для горелки. Это попытка пожарить чего-либо на ней. Потому что газовая горелка имеет склонность направлять огонь в одну точку. В результате все подгорает. Посмотрим, оправдает ли эта горелка надежды на нее возложенная. Вот жарится лук на сливочном масле.
Вот какая красота. Папоротники, хвощи, точнее, хвощи. Когда-то они были высотой много десятков метров. Ходили динозавры, ели их. О, какой красавец хвощ. И таких хвощей тут очень-очень много. Пиявочное озеро. Но много тут и комаров. Кругом лес. Там вот палатка стоит. Пробовал ловить вчера на спиннинг. Безрезультатно. Трава. Трава цепляется. Очень много травы. Ну а горелка. В принципе, хорошая. Лучше, чем была у меня до этого БРС. Она и сейчас есть. Она, конечно, чуть-чуть полегче БРС горелка. Но это мощнее и пламя у нее более распределенное. Сейчас, наверное, сейчас буду разводить костер и варить яйца. Вон сколько комаров. Варить яйца буду на костре, не на горелке. А тут вот все стоит. Чайник, баллон. Я с него снимаю. Этот самый переходник. Кстати, хочу показать, как выглядит переходник. Вот он. Это более продвинутый переходник. Он легкий, удобный, весь металлический. Состоит из двух частей. Одна вот эта вот надевающаяся на баллон подставочка, которая его позволяет боком держать и располагать трубкой кверху. Потому что этих баллонов внутри трубка есть. Ну а вторая гайка просто латунная какая-то. Вот, вот мне очень нравится такой переходник. Вот, один баллон вчера закончился, потому что полупустой был. Вот, я его проколол пилой и обжег в костре. Сколько же комаров. Вот, сейчас я займусь разведением костра и приготовлением яиц. Дрова тут в основном береза. Ну, есть и елка. Там вот сухие елки лежат. Все тут есть. В смысле, дров немало их тут.
Но комаров сколько, кошмар. Ну вот, разведен костер. Вот там вот палка лежит. Сейчас установлю на нее кастрюлю и буду яйца варить с майонезом, а может с сыром, посмотрим. Сыр есть хороший. Да, как же прекрасен костер. Великое наслаждение. И ветерок немножко поднялся. Хоть сдует этих комаров ненавистных. А так рифтамидом пользуюсь. Помогает вроде более-менее. Газ надо экономить. Вот яйца, например, вполне можно варить на костре. Была бы печь, там нет разговоров. На ней можно готовить все, потому что дрова бесконечны. Но поскольку сюда далеко идти пешком, печь я не взял. А взял газовую горелку. Но думаю, что так тоже будет неплохо. Надо же ее испытать. Горелка Alox. Точное наименование я не помню. Потом смотрю и напишу в описании видео. В общем, она мне понравилась, эта горелка. Более равномерно нагревает сковороду. Лук вчера жарил. Не как на печке, естественно, но лучше, чем когда в центр прям бьет пламя. Все подгорает. О, как костерок работает, кастрюльку нагревает, там яйца лежат, сейчас закипит. Яйца варить надо 6,5 минут, чтобы белок сварился, а желток еще был чуть-чуть такой жидковатый. Палатка там. Посуда. Компот тут сварен. Очень много змей в этом году. Вот там вот, в той стороне. Как к озеру идти. Прямо их сколько. Но они сами боятся. Только подходишь, они уползают. Пойдем посмотрим, может, удастся змею увидеть. И вот здесь они тоже сидят. Лягушек, наверное, едят. Ну да, вон зашевелились. Вон и ящерица, вон змея там поползла. На солнце выходит греться. Вон она. Уползла. День там. А вот озеро. Неподалеку тут оно находится. Вон там они шелестят. Большие есть. Вон, вон там. Ну ладно, не будем их беспокоить. Хвостик виден.
Ну, рыбы какие-то там плавают, видно. Маленькие-маленькие. Ну, где маленькие, там и побольше есть. Сейчас удочку буду настраивать. Может, на удочку половлю. Из меня, конечно, удильщик не очень хороший. Я больше по спиннингу специализируюсь. Но надо учиться. Вот хочу научиться хорошо на удочку ловить. Всю премудрость понять. И хочу приобщиться к нахлысту. Красиво. Солнце яркое. Вот красота. Хочу еще показать интересный прибор. Это подзорная труба Nikon Field Scope. 20-кратный окуляр стоит. Очень полезная, интересная в походах вещь. Позволяет с большой дистанции все рассматривать. А также может фокусироваться и достаточно близко. Можно крупно посмотреть что-то в нескольких метрах от себя. Полезная штука. Ну, конечно, тяжеловато, но здорово. Смотрел вчера на Луну. Это просто нечто. Объемно видно кратеры там всякие. Ну, и на другой стороне озера тоже можно посмотреть. С большой дистанции. Детали видны исключительно резко. Хотя это и труба начального уровня. Ну, трубы эти очень дорогие и простым людям не особо доступны. Тем не менее, считаю, что штучка эта очень полезная. Окуляры, вот окуляр, это вот эта вот часть. Окуляры можно менять. Вот сейчас стоит 20-й. Для такой трубы, в принципе, пригоден еще 15-й и 30-й. Окуляр. Но их не так-то просто найти. 15-й, соответственно, будет светлее и поле зрения чуть больше. 30-й больше увеличения. И качество изображения потрясающее. По идее, можно приделать к фотоаппарату или к телефону. Попробую как-нибудь. Это аналог 800-миллиметрового объектива получится в этом случае. Сами, конечно, изображения очень красивые. Ну, Nikon. Так-то у меня Canon в основном система. Nikon, конечно, славится качеством своих объективов. А вот эти вот трубы – это оптика высшего класса. Так что всем советую.
хочу показать поподробнее горелку и переходник для нее. Горелка, она имеет складные ножки. Вот так складывается. Для уменьшения размеров убирается в коробочку. Вот, сзади вот так выглядит. Есть шланг с регулятором. А вот это вот собственно, переходник. Вот он как выглядит. Он состоит из двух деталей. Одна из них, одна деталь, вот, с другой стороны два выступа есть. Она надевается на баллон. А вторая деталь — это такая латунная, ну, в общем, латунное изделие, с одной стороны, которое примыкает к баллону, а с другой стороны она одевается, накручивается вот эта гайка на переходник. Вот, эта штука, она отличается от пластиковых переходников. Она легче гораздо, меньше, разборная, ну и, надеюсь, более надежная. Какие-то у нее тут есть еще значки, видимо, как баллон поворачивать. Вот такие тут выдавлены, комаров много. Выдавлены такие вот значки. Вот, а горелка, кнопка есть, поджиг. Ножки вот так раскладываются. У нее видно здесь вот эти вот сопла под углом расположены, чтобы закручивался газ. И по периметру тут ряд отверстий есть. Ну, конечно, вот эта вот металлическая часть, она из стали, наверное, сделана, из какой-то нержавейки, покрашена чем-то. Может, из ржавейки, кто ее знает. Вот, она довольно вот вес ей придает значительный. Сама вот эта штучка, рассекатель сам, он, судя по всему, алюминиевый. Написано Alox Science 1979 года. Alox этот. Ну, конечно, она немножко потяжелее, но с другой стороны, сама горелка более мощная и более равномерная дает пламя. В этом ее большой плюс. Как надевается баллон? Ну, для начала надо убедиться, что тут закрыто все, и прикрутить вот эту вот часть к, соответственно, резьбовому соединению, которое есть у горелки. Вот так присоединить. Проверить тут все надежно тут. А это вот крутится свободно. Свободно крутится. Народ много. Вот. И что эти баллоны? У них они предназначены для эксплуатации либо в вертикальном положении, либо вот в таком положении. Внутри есть трубочка. Эта трубочка под углом вот так там вот загнута и смотрит в сторону. В сторону смотрит, где вырез на верхней части баллона. Поэтому, когда он кладется на землю, на бок, надо, чтобы этот вырез смотрел вверх, чтобы жидкий газ не шел туда, в горелку. Вот. И вот этот крепеж позволяет это сделать. Как? Надо сначала зацепить так баллон, туда ввести его и слегка повернуть вот. И там как раз вот эти вот штучки, они его и показывают, куда надо повернуть. И тогда баллон стоит своей трубочкой, смотрит вверх. И жидкий газ не идет. А если перевернуть, она будет там пыхать, вспыхивать. Неправильно будет гореть. Вот такой переходник мне очень нравится. Очень удобный, хороший, компактный, маленький.
потихоньку, что вот эти пластиковые, они потяжелее, побольше, здоровые такие. Не убираются вместе с горелкой в ее коробочку. Вот. Ну а как зажигается? Надо открыть и нажать кнопку. Вот и все, и горит. Ну-ка, сейчас, наверное, не видно. Вот. Газ, пламя крутится. Крутится там. Закручивается за счет того, что все тут под углом расположено. И вращаясь, тут он лучше сгорает. А по бокам вот эти дырочки, они газ распределяют. И в результате не в одну точку он бьет, а все-таки более-менее равномерно. Вот я вчера лук жарил. Ну, конечно, не так, как на печке, но хотя бы не пригорает в одном месте, как на горелке, у которой в центре бьет огонь. В этом плюс такой горелки. Ну, а сейчас июнь, очень много комаров. Просто какое-то дикое количество. Приходится брызгаться. Ну и то это не особо помогает. Вот куртка. Ну, вот они все тут вьются. Вот. На этой горелке чайник с радиатором объемом больше литра, 1,4 там, под, если под крышку наливать. Минут за 5, может, меньше даже закипает. Быстро закипает. Это большой плюс. Я считаю, что для газа, конечно, лучше чайник с радиатором использовать. Потому что тогда экономия газа происходит. Ну и экранчик тоже. Потому что быстрее закипает, соответственно, меньше времени он горит. Вот. А газ? Газ этот CBR. Бутан, пропан, изобутан, смесь. Фу. Масса 220 грамм. Вот. Ну, тут газ все равно какой. Горючий газ. Для лета он все равно. Бутан, пропан, это не имеет значения никакого. Главное, чтобы баллон был максимально полностью заполнен. Ну, этот вот полный, я надеюсь, хватит. И вот как раз сейчас собираюсь я пожарить на этой горелке лук. Вот интересное дело. Вот я только что жег ее, и комары туда летят. Что-то их привлекает очень сильно в этом продукте сгорания газа, может, какие. Может, вот этот вот, подумал, может, одорант, который там вонючий, этот вот меркоптан. Их, может, привлекает он, кто знает. Но количество комаров, конечно, зашкаливает. Облепляют прям, вот. Стоит ударить, и тут уже их несколько. Ну, дым костра в какой-то мере, конечно, помогает, помогает. Но не спасает, к сожалению, полностью от комаров. Вот. Займусь тогда сейчас жарением лука на этой горелке. Вот такая вот красота тут. Заболоченный березовый лес. Вечерами тут лягушки кричат. А тут идет дорога из бетонных блоков. Идет в сторону города Рошаль. И вот канал интересный. Куда-то он уходит далеко-далеко. Явно искусственный ровный канал. О, как лягвы. Вот он идет вдоль этого озера. Может, даже соединяется с ним где-то. А я вышел поискать крапиву. Все тут есть. И папоротники есть. Вот он, папоротник. И хвощи. А вот крапивы что-то не видать. Ага, вот есть крапива. Во! Очень хорошо. И вот она. Вот она. Так, примечу-ка, что здесь крапива есть. Суп думал сварить с нее. О, есть. Дуб растет.
Пройду. О, крапивка-то есть, есть. А там все болото. Да, сейчас пойду в обратном направлении, буду крапиву собирать. Хорошо, это раннелетнее или весеннее наслаждение — крапива. А вот это удивительное растение чистотел. Обратите внимание, какой красавец. Уже стручки есть. В нем содержатся исключительно сложные алкалоиды. И вообще он в чем-то родственный маку. Там тоже сложные алкалоиды содержатся, но другого свойства. Всякий там морфин, кадеин, тибаин и так далее. А вот одуванчик. Тоже очень красивый. Так, значит, свою задачу я... Здесь блоки кончаются, начинается обычная лесная дорога. Ландыши. Вот они. Ландыши. Да чё, красивые цветы. Тоже содержит ядовитое вещество конвалотоксин. Ну, про него я рассказывал, будучи на Селигере, про то, что это вещество родственно страфантину, который в Африке используется для того, чтобы стрелы смазывать. И вот тут вот растет тоже такой. Ну что ж, дальше я особо не пойду. Крапива найдена. До поворота дойду. Комаров. Комаров много. Прям ужас. И там дальше что? Какое-то красное сооружение. Чего это такое? Вагончик какой-то красный. Вот он. Что это такое? Так, идешь по лесу, тут красный вагончик. Ну, вряд ли это туалет. Скорее всего, что-то другое. Туалет тут везде. Вон скамейка. А это какой-то подозрительный. Направление на город Рошаль. Майское что-то такое. 3 километра Рошаль. А это что? Вот что это. Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба тут находится. Никогда б не подумал. Чего они восстанавливают? Ладно. Пивные бутылочки тут плавают. Рошаль вот там, значит. Туда все ломятся. В Рошаль. А я пойду крапиву собирать. Попробую суп сварить с крапивки-то. Суп крапивный только в начале лета. Потом она перерастет, и все, негодна. Вот песок, тут дороги такие. Ах, хорошие места, благодатные места. Красиво. Так, где крапива? Я же видел ее.
Она была тут. Надо набрать трафик-то. Где-то тут была. Ну-ка, покажись. Крапива. Цените растения какие-то. Опа! Вот же она. Ну ладно, буду собирать. Про чайничек вам расскажу, друзья. Ой, комаров. Комаров тут. У него есть, как вы видите, радиатор. То есть газы от горелки бьют в дно и расходятся через теплообменные вот эти поверхности. Вот здесь выходит. Там большая площадь поверхности. Соответственно, тепло передается металлу. Кстати, чайник тоже алокс, как и горелка. То есть они, так сказать, одного производителя. Хороший производитель. Алюминиевые чайники. Что у него еще есть, я не знаю. Наверное, посуда какая-то еще. Вот. И на газу я его использовал. И на керогаз ставил. Хорошо. Даже нет, уже запаха не осталось. Да, в принципе, когда работает керогаз, нету запаха керосина. Вот. Вот сейчас я думаю вскипятить этот чайничек. Он легкий. Меньше 100 грамм, наверное, он весит. Не знаю, не взвешивал. Горелка, во всяком случае, тяжелее. Вот. 1,5 литра почти воды. 1,4. Вот если его полностью под крышку набирать, то получается 1,4. Но надо следить, потому что если закрыть его крышечкой, то когда он вскипает, начинает вода оттуда выбрызгиваться, выливаться, может затушить газ. Поэтому, когда он уже готов закипеть, надо крышечку чуть-чуть вот так сдвинуть, и тогда будет спокойное кипение. Ну и когда вы наливаете из чайника воду, тоже надо крышечку чуть-чуть приподнять, чтобы воздух туда зашел. И тогда польется вода хорошо. Вот. Этот чайник очень хороший, практичный. Причем с ним связана интересная история. Я заказал на Алиэкспрессе. Мне пришел чайник, у которого был вот этот радиатор вдавлен вовнутрь. Ну, я сфотографировал все. Дефект. Послал фотографию продавцу. И он за стоимость пересылки, ну там 50 рублей, что ли, я не помню, сколько это было, выслал мне новый чайник. Сам чайник сколько стоит, только, ну, в то время около 1000, может, 1200. Я не помню, сколько он там стоил. Не очень дорого. Очень хороший, мне нравится. Но это только на горелках различного рода. На костре такой чайник использовать нельзя, потому что у него вот это все забьется сажей, нагаром всяким. Вычищать потом будет сложно. Ну, конечно, в какой-то экстремальной ситуации, естественно, можно и на костре закипятить. Ну так, этот чайник в основном предназначен для горелок. И с горелками он работает великолепно. Комары просто достают. Они, видимо, отыгрываются за холодную весну. Не успели покусать людей. И теперь с удвоенной, а то и утроенной, а то и удесятеренной силой взялись за свою работу. Сейчас пойду заполню чайник водой. Поставлю, вскипячу, заварю чайка. Крапиву я собрал. Ну и потом придет черед делать суп из крапивы. Вот он. Такой чайничек. Видавший виды. Уже не один год. Он у меня. Вот, жарится на горелке лук с морковкой. Вроде как видно, пока фу-фу-фу не подгорает. Потому что горелка довольно равномерно распределяет огонь из-за маленьких дырочек, расположенных по периметру этой горелки. Вон, видно. И видно, как закручивается газ по кругу. На слабом-слабом огоньке.
чтобы ничего не подгорело тут. На лук с морковью жарится. Жарится они на сливочном масле. Надо, конечно, почаще перемешивать, чтобы, не дай бог, лук не сгорел. Потому что, конечно, это не то же самое удобство, что на печке. Это понятно. Но все равно я скажу, намного лучше, чем та горелка, которая прям в центр сковороды бьет. Тут вот видно, вот где пузыри вскипают. Вот. Практически по всему кругу. И даже здесь вот на боках, тут везде. То есть более-менее равномерно все-таки нагревается сковорода. Ну и комары, ну и достали. Это вот для крапивного супа. Там на костре варится картошка. Потом туда вот это вот, в конце крапива. И будет суп очень вкусный. Ну а газ вот стоит тут. Я еще даже шишечку подложил, чтобы он еще более так стоял повыше. Ну и, в принципе, не обязательно. Газ там еще нормально вроде. Вот. Все равно. Ну вот, кстати, пример того, что газ расходуется, если готовить нормальную еду, расходуется он очень быстро. Понятно, если вскипятить воду. Да, 5 минут там он погорел. Все, вода готова. Но вот что-то жарить, парить, это на газу. Наверное, непрерывная работа этот баллон. Ну, может, часа полтора его хватит, я думаю, не знаю, но вот непрерывно гореть. Надо проверить как-нибудь. Вот. Опять же, зависит от того, какой расход. На вот таком вот огне слабеньком или же на мощном пламени будет разный расход газа. Но в целом, как бы, во-первых, он еще и металлический, железный этот баллон, стальной. То есть он сам все весит еще нормально. Газа там 200 грамм. По сути, на день, на два нужен баллон. То есть, если, допустим, на 14 дней 7 баллонов. Это минимум надо. А это уже будет вес. Каждый баллон, небось, весит полкило. То есть, это 3 килограмма баллонов только одних надо. Потом вообще выбрасывать там где-то. Нет. Ну и удобство, конечно, не то. Печка в этом отношении, конечно, превосходит. Как источник. А керогаз, он промежуточное занимает положение. Там можно взять керосин в какой-то пластиковой таре, в бутылках. Жар от него лучше. Он горит продолжительное время. Регулируется тоже хорошо. Там сама вот эта горелка большего размера. То есть пламя такое более распределенное. О, почти уже готово. Такой аромат идет. Прям очень хороший запах идет. Жаль, современные средства, мультимедиа, всякие видеозаписи и прочее, они не способны передать запах. Хотя, может быть, это и к лучшему. Такие существуют фильмы, где лучше запах не представлять даже себе, какой там. Динозавров тех же. Ну или фильмы ужасов.
Нет. Хотя, знаю, были эксперименты в кино. Попытка передать запах. Насколько я понимаю, они неудачны были. Вот луна, лягушки поют. Ну вот, утро третьего дня наступило, решил я яйца сварить. А чтоб их сварить, вот костровое приспособление хочу показать. Это очень удобный метод подвешивать котелок. Берется палка, довольно большая, мощная, тяжелая такая палка, чтобы котелок ее не мог никак перевесить. И две другие. И они устанавливаются вот таким образом, как бы подпирая ее. Не вкапываются никуда, просто устанавливаются. И котелок в результате висит прямо над костром. Там, где вы считаете нужным. Можно в любой момент передвинуть, переместить, снять. Такой вот метод, я считаю, что он более удобный, чем с рогульками какими-то по бокам от костра, где посредине устанавливается эта вот перекладина. Вот, а тут красота, лучи солнца сквозь дым пробиваются. Тени. Утро, часов 7 сейчас.
А костер он всю ночь тлел, тлел. Мне даже разводить не пришлось. Вон сколько пепла образовалось. Птицы поют. А ночью лягушки устроили прям концерт настоящий. Надрывались, квакали на все голоса. Неподалеку тут озеро. Отсюда до озера метров, наверное, 15, не больше. Оно вот, ну, может быть, чуть больше. Вот там находится, за палаткой. Но до него вот так вот просто не дойдешь. Потому что там возле берега топь. Надо обходить. Сложил вместе вот эти вот поленья обгоревшие. Просохли они уже. А так это в основном сырая береза. Даже не раздувал, ничего. Просто сложил в кучку. И через 5 минут снова горит костер. Вот какой удивительный гриб. На елке вырос. Весь в каких-то капельках. Что это за гриб? Жалко, не знаем мы грибов наших. Удивительно. Может быть, их там два? Да нет, вроде как один вот такой странной формы гриб. И весь покрыт каплями. Комаров полно. Вот такой вот гриб. А кругом лес. В основном еловый лес. Вот дорога. В ту сторону
Она идет в сторону города Рошаль, а вот туда, это в сторону Туголесья, Туголесский бор. До Туголесского бора где-то 7 километров, ну а до Рошаля 3-4 километра. Здесь вот какие-то плиты, видимо, машина пожарная приезжает и сюда встает, забирает воду из озера. А вот, собственно, вот там вот пиявочное озеро. Все, пришло время собираться. Жалко покидать такие места. Лягушки поют. Красиво, лето. Воздух чистый, напоен ароматами трав. Здесь вот я нашел велосипедное седло. Я его повесил на дерево, чтобы велосипедисты, если вдруг вернутся за этим седлом, то могли его обнаружить, найти потерю. А на дереве там вон гильза от патрона. На него я повесил седло. Вот на это дерево. Может, кому и пригодится эта информация. Напишите тогда в комментариях, что нашли седло возле пиявочного озера. Вот как солнце выбелило ствол елки. Красивые молодые сосенки тут. Малина есть. Цветет земляника сейчас. Недельки через две, наверное, она уже поспеет. Может, чуть попозже. Вот как красиво. Сосны подсвечены, молодые. Как в сказке. Ну, рыбу, конечно, не удалось поймать. Но и не страшно, не ради рыбы. Здесь вот на солнце греются змеи. Много их тут. Чистая-чистая вода. Видны рыбки маленькие там. И небо летнее. Блики солнечные на озере. Водомерки бегают. Там вот кувшинки. Вот они. Смотрел через подзорную трубу. Какая же красота. Маленькие объекты. Цветы, лягушки. Очень интересно. Всем советую любой наблюдательный прибор брать с собой в поход.
одна из достопримечательностей станции Тугалесия, древний туалет. И ведет к нему тоже достаточно древняя дорожка. Вот так это выглядит. И дым Отечества нам сладок и приятен. Поход завершен.